Здравствуйте! О погоде на вторник расскажу вам я, Светлана Солякова. Генеральный спонсор прогноза – отдел Гаэрго. Ищите идеальную пару? Весенне-летняя коллекция отдела обуви Гаэрго торгового центра столица подойдет на все случаи жизни. Встречайте новую коллекцию обуви для весны и лета в отделе Гаэрго. Европейские модели отличного качества, ботинки и кроссовки для брутальных мужчин. С заботой о женских ножках, удобные модные и стильные пары, а также туфли и легкие летние сабо для жаркого дня. Все еще ищите красоту и комфорт? Отправляйтесь в отдел Гаэрго, ТРЦ «Столица», второй этаж. Лунный календарь на 21 марта советует вам завершить все неоконченные дела, а выбрать качественную дверь вы всегда сможете с сетью магазинов «Шикарные двери». «Шикарные двери» – это сеть фирменных магазинов на территории Северо-Запада. Это огромный опыт работы и товары комфорта и безопасности. Это приемлемые цены от 1000 рублей за высококачественный продукт. Большинство моделей в наличии, что позволяет завершить ремонт гораздо быстрее. Выгодное предложение для всех покупателей до 31 мая. Купи дверь, выиграй телевизор. Ждем вас на Фрунзе 11, Ленина 18, ТЦ «Рубин» и Маяковского 44, ТЦ «Южный». «Шикарные двери» открывайте с любовью. Во вторник в Котласе ожидается преимущественно пасмурная погода. Весь день дождь. Температура воздуха днем плюс 2, плюс 3 градуса. Ночью столбик термометра покажет 1-2 градуса выше нуля. Ветер южный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Удачной вам недели! С вами была Светлана Солякова. Приходите поддержать меня 8 апреля в 15 часов на конкурс красоты «Мисс Котлас 2017». Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию. «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат», второй этаж. Образ ведущей от школы идеальной красоты на Луначарского 12. Внеси в свой стиль особый шик.